Привет, бойцы! Меня зовут Антон. Сегодня хочу поделиться с вами своим топ-5 упражнений с отягощениями для боксеров. Погнали! Номер 5 в моем списке – это упражнение с канатом. Когда мы берем канат, мы работаем на выносливость, на силовую выносливость. Здесь приходится работать и руками, и спиной. Немножко ноги подрабатывают. Именно похожая работа на то, как у нас есть все в бою. Номер 5 в моем списке – это канат. Советую его использовать. Номер 4 – это упражнение со штангой. Без штанги никуда. Когда мы работаем за своим весом, немножко не хватает, бывает, нам массы. Нам масса нужна для развития силы, сила нужна для развития скорости. В общем, все связано. Здесь может быть развитие силы, развитие силовой выносливости, различный вес. Будем еще в дальнейшем разговаривать, как работать с железом боксеру. Это в следующих видео, но штанга нужна, и это номер 4. Третий номер в моем списке – это упражнение с гантелями. Здесь могут быть килограмм, могут быть полкилограмма, могут быть два, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете. Гантели – здесь и скорость, здесь и выносливость. В общем, не стоит думать, что для того, чтобы вам прогрессировать, нужно постоянно выдумывать какие-то необычные упражнения. Это упражнения обычные, стандартные, но которые помогают, помогали и будут помогать. Номер 2 в моем списке – это упражнение с молотом. Молот, опять же, здесь спина, здесь руки, трицепс, да, грудная клетка, в общем, очень много мышц. Здесь немножко добавляется взрыв. То есть, когда мы работаем с канатом, допустим, здесь больше выносливость, когда мы работаем с молотом, здесь уже сила, здесь уже взрывная сила и так далее. То есть, у нас есть стадия немножко расслабления, есть время для замаха, да, так, ну, небольшого отдыха и взрыв. И когда я работал в свое время с молотом, я чувствовал, что как раз после этого упражнения руки летали на следующий день просто как пуля, поэтому без этого упражнения никуда. И на первом месте я поставил работу с ядром. Ядро, либо медбол, но мне больше нравится ядро, когда ложишь металл себе в руку, да, и бросаешь, чувствуешь его вес, чувствуешь такой холод небольшой, особенно если где-то в лесу, бросил, пробежал, опять поднял, опять бросил, в общем, классное упражнение. Ядро, взрывная скорость, взрывная сила, так быстро все выбросил, немножко пробежал, вдохнул, в общем, то, что нужно для развития скоростных и силовых качеств боксера. Вот такой мой топ-5 упражнений с отягощениями. Напишите в комментариях, какие упражнения с отягощениями любите вы. С вами был Антон. Подпишитесь на канал, если вы этого не сделали. Делитесь этим видео с друзьями, я буду очень благодарен. Ставьте лайки, если видео понравилось. Также у меня к каждому видео есть ссылки на мои соцсети, в которых я делюсь различными полезными мыслями, идеями, Instagram и так далее. В общем, подписывайтесь, буду рад вас видеть и рад помочь. С вами был Антон, становитесь сильнее, будьте здоровы, улыбайтесь и тренируйтесь. До встречи, пока!